Вы набираете подписчиков. За каждый день у меня почему-то добавляется новый подписчик. Вы мне ставите лайки, вы мне ставите комментарии, вы мне набираете просмотры. Особенно Venom Close EOS, это вообще прям... Вы понимаете, что вас ждет только лучший контент. Советую тебе написать комментарий и поставить лайк. Нет, ну ты типа не работаешь, чтобы на меня подписаться. Думаю, тогда бы был бы максимум подписчиков, у меня ноль. Тебе просто нажать на кнопку. Что ж, ну а мы перейдем к теме ролика. Мы перейдем к ютуберу Эл... Что-то на этом, если не ошибаюсь. Сейчас посмотрим по субтитрам, какой у него язык. Они все равно стонут. Сейчас посмотрим. Это какой английский? Странно, там испанский, и это не по-английски написано, если я не ошибаюсь. Но вот это вот по-английски написано. И как вы поняли... Ой, ё-моё, можно я не буду снимать этот ролик? Я просто хотел посмотреть, не говно, и что это лагает, блин. Я просто хотел посмотреть вот это вот видео. И мне попался этот ютубер. Ну вот, я посмотрел этот видеоролик. Это конец. То есть то, что произошло, Флиппи просто прыгал в психушке, то, что должно было быть в самом начале мультфильма, когда нам показали Флиппи. Ну и типа пришел чувак и сказал, если это перевести вообще чушь, нет, ну не чушь, типа он просто что-то вякнул там. Я всего малость успел перевести. Ну, в общем, просто сказал ему что-то. Делал бомбу, и все. И все. Ну, тут есть и смешные ролики, но... О... Вот еще ролик. Она что-то там бубнит. Он говорит, что это какой-то доктор, типа... Понимаю, что над этим не очень смеяться, но то, что сейчас было, вообще необъяснимо. Что они сделали, наверное, просто простонали на весь и злобный, и в конце самый злобный смех доктора. А Флиппи типа... А Флиппи вообще похрен, да? Он так и лежал в начале. Он так и лежал в начале, так не моргая, так и остался. И в основном эти ролики... Ой. Эти ролики вообще на всем, почти на всем канале. Но иногда тут есть прикольный контекст, но я показываю, я как всегда показываю вам ролики, которые мне кажутся, ну, и даже и не смешными, и не хэппи-фри-фри-фри-френдскими. А это что? Если я вканулся в сюжет ролик, там вот такая вот... Типа малыш Флиппи Флаки. Нет. И какого-то фига. Как это сказать? Целую кучу навалило. Они радуются. А то, что типа Рассел сдох. И Флиппи... Ну. Думаю. Чё я могу думать? Дети тоже станут их ними что ли убить? Интересно, а есть у ребенка Флиппи какие-то отклонения, если у Флиппи есть? Напишите в комменты теорию свою. Ну, на этом канале бывают какие-то прикольные видео. Мне кажется,
Вот что, опять говно. В общем, этот малыш связан с говном. Мы это поняли и так, ребят, с вами. Ух, ё-ой, что тут происходит? А тут фли... Что тут происходит? Привет, Наклс, а чё с тобой? Ну ничего, тут стою. Тупая озвучка 3D. Не плачь, Флипп. Ну мы... Ну мы это уже перебор. А потом... Он типа и флаки замочил в измене. Ух. Типа... Смотрите. Вот смотрите, вы мне скажете, что ты выбираешь самые типа худшие ролики. Ну я просто ищу тут и... В принципе... Ничего такого... Я найти не могу. Разве что вот это вот видео. Как вы поняли? Но это видео должны запретить нафиг с моим Соником любимым. Ладно. В общем, вы поняли, что я хочу сказать. Типа... Я увидела этот канал, и... Он мне слегка... Убери эту форму. Хорошо, что я... Мне ничего еще не прорисовано. Ну, в общем, смотрите. Опять это... В общем, смотрите, то, что я хочу сказать, лучше вон. А мы это посмотри. В общем, о, А4, блин. Что он тут делает? В общем, как вы поняли, ну, думаю, вы все поняли, мне этот канал вообще что-то... В общем, я назвал его трэш. Ну, а как вы считаете, тоже напишите в комментарии. Всем пока, удачи.